Да, морковку. Ой, тихо, хоть если ты тупость. Дай морковку, потом. Нет. Все, он опять лежит, пальцы. Она не укусит? Ой, да она на графу похож. Тут павлин сам ходит. Всем привет. Сегодня мы идем кататься за вами. И вот на фоне девочка красивая очень. Вот. Все, пошлите. Давай. Ангина, я хуй взяла в упаковку. Все же должно быть, у меня сообщение висит. Сейчас у меня оно написано, короче. А то это точно. Сколько? Это я профессор. Все, мам, пошли, покажи, что будет. Все. Мам, смотри, вот сюда. Вот я бы не ест. Мам, ты посмотри, смотри. Смотри, как он тёсит. Дай ему яблочко. Так. Здесь есть крокодил. Где находится Миюми? Куница. Ну ладно, я кричу. Где хочет вообще? Не надо. Не надо. Не надо. Моя морская свинка. Ой, ты ж, это боится. Меня тоже боится. Вот, я вот ему погладь. Ой, кусается. Это у нас еноты. Хорек. Красивый хорек. Вот и. Ой, ты пуся, пусечки какие. Ой, клетку растрясут. Мама помнит. Так, Гина, я опасного кормлю, руки не сувать. Так не корми. Иди, зайчик, хорёчек. Мама, сейчас прям в клетку закину. Кушаешь? Молодец. Вот, я танцую. Это у нас эти. Вот это еноты. Вот, все, посмотрите. Кто хочет интересные факты о них? Они не хотят, они наевшиеся и спят. Да, прям толстые. Чернобурая лиса. Кто не знал, информация будет на экране у вас. Ой, да она на графу похожа. На ошейник. Ошейник? Вот здесь. Не надо лиса кусать. Написано, луки совать. Кусательца. Ой, мой, тетя, зайчик, ты какой? Правда, зайчик, да? Дед, правда, милый. Красивый. Смотри, мам. Смотри, куда пошла? Вместе. Лапку подвинул, снимаешь? Да. Снимаем. Да. Ладно, уходи.
Дай ему стаканчик. Стаканчик поднеси, он возьмет. Мам, это мой? Да. Чеки надо? Он хочет, он уже наелся. Он не наелся. Мам, морковку. Ой, тихо, хочешь, что ты хочешь? Нет. Я. Какая должна быть? Должны быть обои у настоящего этого работника зоопарка. Я сейчас его покормлю. Знаете, что он кушает? Вот у нас есть такие стаканчики с едой. Там много еды было. Клюв не разбить. Просто сейчас уже мало осталось. Всем скормила. Павлин. Ты павлин, да? Не, ну вообще прям курица, курица прям. А хочешь? А хочешь? Когда обезьянка не слушается. Нет, вот так мы взяли, все, заплатили. Другим надо купить. Охрана. Павлин ничего не ест. Погоди, я эту картину съела. Мой поезд не успел. Он скользит. Видите, он скользит, он скользит. Он скользит. Ручка не забыла. Могу снимать надо змею. Змеён. Змеён. Она не укусит? Ну, раз, на меня-то повернись. Ты не боишься? Она не кусает. Она душит. Душит? Ну, я же смотрю на тебя сейчас. Давай, Милане. Пойдем, Милаша. Пойдем, Милаша. Хочешь змею подержать? Скорее давай. Вау. Не бойся. Тяжеленько. На меня смотри, Милаша. Привет, помаши. Тяжелая? Да? Тяжеленькая. Вот это хвост длинненько. Он капусту не ест. Нет, ты подашь, вот не можешь лопнуть. Дай я прям засунь, чтобы подсел. Смотри, как хотят. Вот так. Ну дай. Дай, Милаша, дай. А это каяк? Это нет, это этот. Куница.
синица. Черепашка с... Погоди, я... Мам, смотри, мам! Ну, все для ребят. Павлин разъелся. Тут павлин сам ходит. Где хочет. Хорошая киса. Тут еще есть лисички. Вам покажу. Поближе. Котик, котик, котик. Красивая. Мам, я девочек остался. Вот у нас сурикатик. Сейчас покажу поближе. А это всем известное животное шиншилла. Называется. Мам, я его погладила. Он курицу не съест?